Всем привет! Переполняют эмоции, страх, просто развилась фобия аттракционов. 2 числа на день открытия парка юбилейный Краматорский решился первый раз прокатиться на аттракционе Галактика. Жутко страшный аттракцион, прокатился, вроде бы все хорошо. И тут вчера узнаю из интернета, произошел несчастный случай на этом аттракционе. Забыли убрать ступеньку. Девушка ногами с высоты 30 метров об эту ступеньку ударилась. Есть видео, момент удара в интернете. Наберите, посмотрите. Хочу всех предостеречь, если уже катаетесь на аттракционах, следите, чтобы вас пристегивали. Убирали ступеньки. Просто может сработать человеческий фактор, может халатность оператора и произойти несчастный случай. Вот эта группа Facebook Краматорск-24. Мы видим, что забывают убрать ступень и момент удара. Девушку увозит скорая. Кто знает, чем закончилась эта история, напишите.